Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова. Сегодня я хочу вам рассказать про Дарсонваль. Это аппарат для физиотерапии косметических процедур. С помощью импульсного переменного тока прибор расширяет кровеносные сосуды и улучшает кровообращение, питание тканей, слизистой, а также волос. И у него очень много показаний, то есть он сужает поры, лечит акне, повышает упругость кожи, стимулирует рост волос, эффективен в борьбе с варикозом, болями в суставах и борется с воспалением. И что интересно, раньше такой аппарат использовали только в лечебных учреждениях, а чуть позже появился вот такой вот аппарат небольшого размера, который можно использовать дома. Но имейте в виду, что у каждого прибора есть свои противопоказания, и с ними нужно ознакомиться. Давайте посмотрим, из каких насадок состоит этот прибор и вообще как он работает. Итак, давайте сначала посмотрим коробку. Здесь у нас картонная плотная упаковка. Почему это важно? Аппарат очень хрупкий, и чтобы он дошел в целости и сохранности, я рекомендую проверять прямо на месте получения. Здесь у нас в комплекте входит расческа для улучшения состояния кожи, головы и роста волос, питание волосяных луковиц. Такая насадка грибок называется, универсально для лица и тела, помогает бороться с целлюлитом, растяжками, варикозной сеточкой, приводит тонус стенки вен и сосудов. И лепесток для лица и тела, омолаживающий эффект, массаж глаз, устранение отечности. Капля для борьбы с прыщами, различными воспалениями кожи, лечение угревой сыпи, заживление ран. А также смотрите, где можно применять: перхоть, облысение, угревая сыпь, акне, морщины, целлюлит, варикоз, раны, псориаз, гайморит. Вот. Кстати, все равно почитайте еще на сайте инструкцию по применению, все противопоказания, чтобы уже точно вам было все только на пользу. Итак, здесь у нас, о, кстати, какой интересный купончик, ну, может быть, это только мне положили, что можно еще вернуть 100 рублей. Здесь есть инструкция, что нужно сделать, очень приятно. Есть инструкция, но она не очень большая, то есть здесь есть рекомендации, как и что нужно делать, какой метод лучше использовать, при какой ситуации. Это вы тоже все прочитаете внимательно, да. Вот здесь также есть техника безопасности. И переходим к самому аппарату. Он действительно небольшой, выглядит как, знаете, есть такие, портативная зубная щетка или вот портативный ирригатор. Вот такой вот аппаратик, не тяжелый, то есть удобно держать в руках. Шнур, вилка, все убираем. И насадки, так, вот они, вот одна, наверное, это та самая капля, еще одна. То есть видите, насадочки, они такие стеклянные, хрупкие, поэтому убирайте подальше от детей, чтобы дети вам не испортили настроение, если вдруг они заиграют и что-то потеряют. Я, кстати, слышала уже хорошие отзывы, у меня даже знакомая приходила и говорила, что это очень классный аппарат, она уже много про него слышала и тоже заинтересовалась. И расческа. Слушайте, вот больше всего я, конечно, рада расческе, потому что я обожаю волосы, свою гриву волос, и всегда за ней слежу. Вот, есть также рекомендация, как использовать. Смотрите, у нас здесь есть отверстие, мы в него аккуратно вставляем каждую трубочку, то есть до упора аккуратненько ввели. Далее я вставляю в розетку, и вот здесь вот на нижней части есть такая крутилочка, то есть все, видите, пошел треск такой. Ой, видите, молния. Это я сильно прям включила, можно чуть-чуть убавить. Вот ранка у меня тут. А что еще хочу сказать: прежде чем вынимать трубочку и пользоваться другой, обязательно нужно выключить аппарат, убедиться, что он не работает, выдернуть даже из розетки, и потом только извлекать одну трубочку, да, и вставлять другую. Вот. Также есть рекомендации, как правильно пользоваться для того, чтобы
было комфортно и удобно. То есть снимите с себя все кольца, серьги, чтобы на вас не было металлических предметов. Не пользуйтесь телефоном во время использования аппарата. А также, что еще важно, курс, чтобы был эффект хороший. То есть курс для лица — это где-то 15-25 дней, и также для волос делаем с расчесочкой тоже 25 дней курс, для того чтобы был эффект. Потом 3 месяца перерыв. 3 месяца перерыв, можно снова повторить курс и так далее до самого классного результата. Вот еще, кстати, когда вы будете работать с лицом разными насадочками, для того чтобы лучше было скольжение, можно использовать тальк, например, тальк или пудру какую, детский тальк, присыпочки какие-то. Вот видите, у меня сейчас кожа кремом намазана, и трубочка практически не скользит. А есть также варианты, когда наоборот, работаем с лицом, можно нанести сначала крем, а потом работать уже этой трубочкой. Представляете, как это интересно. Вот я теперь наиграюсь. Так, сейчас попробуем другую вставить. Вынимается также просто, аккуратно вытягиваем трубочку, убираем ее на место, вставляем другую. Хочу сейчас расческу попробовать, потому что это можно наглядно прям сразу показать. Аккуратненько вставляю до упора и вставляю в розетку. Давайте сейчас расчешемся. Ну что, пробуем. Беру насадку, вставила, включаю. Сначала используем небольшое количество, то есть не надо сразу прям, чтобы он гремел, то есть пусть кожа привыкнет постепенно. Ну что, взъерошу мою прическу, и когда я дотрагиваюсь до головы, то как молния. Ух ты, ну неприятных ощущений совершенно нет, наоборот, даже хочется усилить немножко. Ой, классно. Вот теперь буду отращивать гриву. Смотрите, если волосы длинные, то мы двигаемся только вот как я показываю, от начала роста линии волос и двигаемся до конца линии волос, то есть где на шее они заканчиваются. Предварительно волосы нужно расчесать, чтобы расчесочка легко скользила по прядочкам и не застревала. А если волосы короткие, то можно и вперед, и в обратную сторону двигаться, то есть и так будет классно, будет суперский эффект. По времени процедура идет, начинаем сначала делать небольшое количество, то есть с волосами буквально 5 минут, и постепенно доводим 15-25 минуток, и делать 25 дней каждый день. Вот я теперь буду делать, и посмотрим, какой у меня будет результат. Знаете, что еще классно? Сейчас вам зачитаю. Прям в небольшом количестве Дарсонваль выделяет озон и окислы азота, и они обладают бактерицидными свойствами и помогают в лечении различных акне, воспалений, грибковых заболеваний. И это дает, то есть даже ученые проводили исследования, что вот эта вот расческа дает такой вот момент, что быстро восстанавливаются волосяные фолликулы, и волосы начинают расти, то есть новые волосики появятся. Так что вот буду смотреть, как у меня, потому что раньше у меня были волосы очень густые, то есть такая грива была, шевелюра огромная. Сейчас, конечно, хочется восстановить волосы, но особенно у кого есть проблемы, волосы выпадают или облысение, то эта штука прям очень классная. Но сначала почитайте на сайте все противопоказания, и вдруг, если у вас что-то такое есть, то не стоит рисковать. Вот, благодарю вас за внимание. Выдерну, выну аккуратненько. Вот видите, как, оп, легко все вынимается, и прячем все в коробочку. Желаю вам красоты и приятного использования такого вот классного аппарата. Ссылочку, где его можно заказать, я прикреплю прямо под этим видео. Я вам всем желаю успехов, красоты и отличного настроения. С вами была Лилия Донскова и Дарсонваль. Всего доброго, пока-пока.